Государственная жилищная инспекция Кемеровской области взяла на особый контроль вопросы, связанные с подачей тепла в жилые дома. Ведь после официального старта отопительного сезона коммунальная услуга по теплоснабжению должна предоставляться бесперебойно и согласно нормативам. Температура воздуха в квартире должна составлять не ниже плюс 20 градусов и не превышать плюс 24. И только в ночное время допустимо ее снижение, но не более чем на 3 градуса. Если в квартире слишком жарко и температура превышает установленные нормативы, не нужно открывать окна и топить улицу. Любой перегрев приводит к перерасходу тепловой энергии и доначислениям за отопление, пояснила начальник госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко. Перегревы, как и недогревы, являются фактом предоставления некачественных коммунальных услуг и служат основанием для перерасчета оплаты. Чтобы получить перерасчет, жители должны подать заявку в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию на проведение температурных замеров. А если коммунальщики будут бездействовать, то на них можно подать жалобу в ГЖИ. Телефон горячей линии в Кемерове 36 93 32. В Междуреченске можно обратиться по телефонам 239 31 и 224 17.